Идет работа, ребята работают хорошо. Сегодня дали больше времени 7 сыграть. Но основные игроки Денисов, Кюрквели 90 минут сыграли, Игнатьев чуть меньше 90, Баринов. Ну, остальная молодежь. Молодежь неплохо себя проявляет, но в первую очередь то, что большое старание. Но и есть определенные задатки, которые надо развивать. И вполне возможно, что в ближайшее время кого-то из них мы увидим в основном составе. Ну, наверное, вот такой итог этой игры. А так хороший соперник, хороший тренировочное поле, хотя это при зрителях игра была уже более-менее похожа как бы к чемпионату. Ну, хороший спарринг. Работа идет, ждем новых игроков, ждем игроков, которые из сборной приедут. Ну, как я уже предыдущий говорил, что очень большая проблема для нас сделать баланс физподготовки для игроков, которые приедут к нам. Едову провел 30 минут. Какое впечатление себе оставил? Ну, какое может за 30 минут впечатление? Едову вышел потому, что у нас просто не хватает людей, и нам нужно было поменять обязательно Игнатьева. Рыбус сегодня остался, ну, не приехал на игру. Почему? Потому что ему еще нужно тренироваться, чтобы выходить в играх. Нужно подготовить свой организм для того, чтобы начинать играть, чтобы не произошло травм.